Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Battlefield 3 in der Mission Genossen. Ach ja. Lade. Ach komm schon. Сколько переносных ядерных бомб вы видели в банке? Одну. Вы видели одну? Одну, а место было для трех. Если видишь ночью пару огоньков, это еще не значит, что там целое НЛО. Мы думали, что там три бомбы. А я думаю, что Элвис еще жив. Но, бля, билеты на него не покупаю. А нам что с другими бомбами? Так одна уже здесь. Значит, о Париже вы не знаете. Что? Вы слышали? Он не остановил. Кто он и что не остановил? Вы о нем? Служил в русском спецназе. В отряде «Вымпел». Дмитрий Маяковский, Дима. Такой боец случайно нигде не появляется. Мы знаем, что вы его знаете. Мы встречались. Выкладывайте уже на чистоту. Мы думаем, вы знаете, зачем он был в Париже. Скажите, что случилось в Париже, тогда и скажу. Мы знаем не больше вас. Что было в Париже, наверняка знает только Дима. Okay, da haben wir was gerade erschreckendes, glaube ich, gehört. Дим, я надеюсь, что американец сделает в Нью-Йорке все как надо. Группа твердила правила игры. Да, самое главное — захватить ядерное оружие, чего бы это ни стоило. А как же французская полиция? Если бомба взорвется, то обвинять будут Россию, и миллионы погибнут. Несколько мертвых полицейских — ерунда по сравнению с этим. Соломон — долбанный псих. Даже после того, что случилось, все равно хочет отомстить. Соломон может быть и псих, но он отлично знает, как достичь своей цели. Дим, ты помнишь, последний раз мы здесь были под Триумфальной аркой? У могилы неизвестного солдата. Помнишь, что ты сказал? Если бы люди знали, как многое в мире зависит от нас. Да, сегодня пара человек узнает, что мы сделали для человечества. Понимаешь, я все время думаю об этом. Меня это мучает. Но я в себе это стараюсь подавить. Приближаемся к бирже Euronext. Мы в зоне подавления от фондовой биржи. Дима! Дим! Включаем блокиратор! Соломон не может активизировать ядерный чемоданчик дистанционно, если мы будем неподалеку. Вот они, мы приехали. Вот здесь. Готовься! Помните, в ядерный чемоданчик не стрелять, он может повредиться, и тогда всем хана. Все готовы? Okay. Давай, давай, жми на газ! Давай! Сукин сын! Ой! Давайте уже! Пошли? Пошли быстрей! За мной! Через автопарк! Спускаемся на уровень Б, а потом по лестнице вверх! Scheiße. Okay.
Dickes Feuergefecht. An einer Börse. Nehme ich meine Schrotflinte mit. Fliege ich mir für den Nahkampfwurf. Komm schon, komm schon, komm schon. Черт, что ж там делать? Целься по свету! Пулемет, 13 часов! Nein, meine Lieblings. Kontakt слева! Этот готов! Тебя справа! Schon. Ich mach die mit. Nimm ich die mit. Ich suche mal meine Waffen aus, ich bin nicht. Зачем загазовывать все помещение? Ты все знаешь, может быть, хотели отвлечь внимание, это не важно. Нам главное найти ядерный чемодан. Хорошо. Через тот проход там должны быть ступеньки. Aufmunitionieren. Los geht's. Ich meinte, weiter geht's. Jetzt geile Moves. Tanzen wir mit dem mal. Oh.
Смотри, видно, что до газовой атаки люди сопротивлялись. Das war jetzt geil. Granaten. Dauerst du. Schon noch nach. Schon. Und bei 30 Schuss nachladen 31. Komm schon. Спецназ. Не. Нет, мой день. Schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Bereit? Oh, falsche Taste. 2, 3. Wir können es nicht! Wir können es nicht!
von der MP7. Oh, kein Magazin. Doch, erst haben die Fälle gemacht. Stand da jemand? Nein. Oh, doch. Ich will jetzt mal die mit. Die haben wir immer noch. Ah, okay, jetzt springt gerade das Gas aus. Awesome. Schon. Na du? Was ist ohne Maske? Ja. Egal, das ist ein Freund. Подожди, мы попадем под перекрестный огонь. Дай полиции загнать его сюда. Тогда мы его захватим, понял? Okay, 36-7, besser. Kannst du nicht irgendwie was an Emergency? P90. Für einen guten Kumpel von mir. Пулемет! 12 часов! Надо взорвать странную тачку! Пулемет готов! Вперед! Вперед!
Vorwärts, 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 vorwärts. Der Lockpick mit KP. Wow. Nein. Vasili. Nein. Ein trauriger Moment. Он уходит, торопись! Selbst eine noch nie eine P90 benutzt. Ich weiß nicht, ob er einen Champion wirft. Autsch. Hör, gekontert. Komm, tanz doch mal, das ist ein bisschen Samba. Komm, verpasst den Zug nicht. Давай, пошли! Ты обезвредил? Что это за херня? Это же пустышка! Это не ядерное оружие! Пусти бомбу. Черт, где бомба? Нет! Шац. Und ich glaube, das war jetzt Paris. Paris ist weg. Eiffelturm weg. Alles weg. Naja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal in der Mission Donnerlauf.